Здравствуйте! Вы на канале Барсуков. Мы сегодня на охоте на утку с подхода. Мы вдвоем с Сашей сегодня. Он взял ружье, классику свою, горизонталочку, у меня вертикалка. И попробуем пройтись и добыть несколько уток с подхода. Сейчас утка уже линяет, и щипать ее одно удовольствие. Осень в самом разгаре, дует ветер, лист сыпется, погода шикарная, настроение отличное. В общем, впереди нас ждет охота. Заряжаю пятый номер дроби, бесконтейнерная. У брата то же самое, и сейчас на утку это то, что нужно. Подход к лужам будет, стрельба будет на дистанциях небольших, поэтому бесконтейнерная. Ну, вперед, нам надо прогуляться теперь до места, а там уже будем проводить охоту. У нас там лодка лежит спрятанная, заодно сейчас ее заберем. С собой хорошо сейчас ничего не тащить. На этой луже ты в этот край идешь, а я сюда, с этой стороны, где погуще. Ну, примерно равномерно подходим на меня, смотри, я на тебя и... Попробуем. Все, нету, Саш. Ну, это от меня. Одиночка была здесь, с краю. Сидела самого в кустах, мне не было видно, а поднялась. Я через ветки не стал стрелять. Подходили, взлетели крикоши, три штуки от меня. По одному промазал, второго попал, но он куда-то зашкребся. Я еще на воде стрелял. Не вижу пока, где именно. Надо искать. И чурки, пару штук сидело, но мы тоже по обои по ним стреляли, промазали. Фу ты, господи ты, боже мой. Вот реакция. В любую птичку готов. Ай, блин. Еще переходим дальше. Ну, интересно, интересно, утка есть. Хорошие уже такие крикоши, прям крупные, видно, крупная осень. Хорошо.
Вот он где-то здесь, конец. О, Саша, иди сюда. Смотри. Сидит. Как раз на краешек выскребся. А вот он мой подранок. Он нырнул, я увидел последний раз после выстрела. И прошкребся еще сколько тут? 2 метра. И все, в общем, доходит. Ну хорошо, хоть я переживал, что не найду его. Потому что видно было, что попал хорошо. Еще второй выстрел на воде. Ну ничего. Вот он, крикаш мой. Все, готовый. Надо лезть доставать. Иди сюда. Болотина тут топкая такая. Уже ходить прям чревато может быть. О. Ну вот, красота. Сейчас пойдем заберем Сашу. Тоже удачно сбил. Хорошо, он прям спикировал и как раз в лужу упал. Тут еще, когда в лед стреляешь, нужно же думать, куда он упадет. Собаки нет. Чтобы он упал туда, где можно найти. Утка тоже это еще тот зверь. Найди его потом. Вот спрячется и не видно вообще. Сливается с фоном. Ладно, пойдем искать. Подбирать точнее. Вот она. Дорогая. Как я за время тут загрязнила. Уже листвы вообще, глянь, сколько упало. Вот он, Саш. Как раз, как ты бил. Сюда и рухнул в самый угол. Камнем упал хоть, нет? Я-то не видел толком даже. Я только слышал. Да ё-моё. О, как красота. Погода вообще бомба разыгралась. Прям одно удовольствие в лесу. Взял я, нашел Сашину подранка. Он то, что слышал, что он четко спикировал и прям воду. Он видел, точнее, что он спикировал и об воду как рухнул. И вот под самый угол. Удачно получилось. Вот такая была охота небольшая с подхода. Прогулялись с утра, добыли по уточке себе то, что надо. В общем, мы довольны. Хотелось, конечно, большие табуны осенние, но еще рано. А сейчас самое главное там на приготовление, на ужин есть. Ну, а сейчас хотелось бы напомнить вам о том, что идет конкурс, в котором мы участвуем, конкурс блогеров. И мы там на лидирующей позиции, нам этот конкурс очень важен. Просим вас поддержать нас, проголосовать за нас, отдать свой голос, там ничего сложного. Если сами не разбираетесь, попросите детей, возможно, супругу, они вам помогут проголосовать. В общем, важен каждый голос. Конкурс продолжается. Осталось буквально 2 дня, и будут уже подведены итоги. Но еще раз повторюсь, этот конкурс для нас важен, нам это интересно, и хотелось бы занять какое-то призовое место. Участвуем мы в номинации «Эксперт».
Результаты будут подведены и озвучены на выставке «Охота и рыболовство на Руси 2024» в экспоцентре в Москве. Ну а сейчас мы будем выдвигаться домой, потихоньку собираться. Лодочку мы по-прежнему оставим здесь, есть кое-какие планы. Сегодня мы посмотрели, утка есть, и мы вернемся сюда, скорее всего, для того, чтобы провести еще интересные охоты. Охотитесь с нами, охотитесь сами. Всем пока, удачных охот. Опа. Помогай.